Вот он делает сам без аккумулятора, прикинь, зимы. Прикольно. То есть без зарядки смысл делать аккумулятор же. Ну, даже дом. Может, дом что-то. Это его родная комната? Да ну, ты что, не старый. Я бы удивился. Ну, родной как мы забрали. По идее, с этой штукой нужно делать гораздо быстрее. Сейчас дай-ка брать побольше, не он пирамид. О. Жирно. Как бы содержать. Ну, пробуй держать. Да. Не добрался. Пятый месяц. Тоже засох не меньше. Они одинаковые были или разные? Да не, железный был. Железный. Mm-hmm. Знаменитый вот, по типу не железный тип. Классно остыло, значит.
Ну, выключать. Там так же? Не, передок слабый. Ну ладно, выйдем, посмотрим. Мягче ехать. Посмотрим. И закачать. Чтоб одинаковыми были. Деревяшка, а этот я продавливаю. Должно шипеть. Так, делаешь? Это что, не шипит? Давай попробуем. Бывает, что с этим давлением продавливает. Такое, наверное, и было. Наверное. Потом назад накрутим быстро, потом еще. Так ты бы себе качал чуть. Так. Вот так должно быть сильно открываться. Соответственно, при нажатии он наоборот закрывает. Ну. Ну тоже накачал. Значит, это что-то соском. Японский сосок. А, ну, ладно. Вообще без. Давай. Хорошо. Хорошо идет. Все, тоже деревянное. Прячем сумку, нужно артефакт. Тапка опять пойдет. Круга такой сделать, приехать.
жаль, не снимал. На запах дал, видел на мой. Да, да. По колесо поднял. Да, видал. Ты шо, пердун? Хотя нормально вроде пахнет, как мопед. Да, навонял на весь двор. Ну, прикольно валит. Едет. А передний тормоз работает? А? Передний работает? Нет. Жаль. Ну ладно. Ну, можно так покачать, можно накачать. Или в процессе, ты понял. Ну тут вообще не видно. Тут раньше бубочка была. Сейчас ее не видно. Угу. Греть или стучать, а может сразу греть и стучать. Если тормозок ушла, то конечно. Аккумулятор даже с зимы чуть-чуть крутился. Но завести не смог, прикурили зарядным. И поехало. Аж на цапа поднялся сразу. Не ожидал. Ну, он когда холодный, видать, мощный. Дымит чуть-чуть, дымок есть. Ну, это не знаю, наверное, нормально. О, собакам нравятся мопеды, я знаю. Ну да, поддымливает старичок. Какого ж он года, интересно, 92-го. Чуть не бежал за ним. Чуть меньше газа давай. Перерыли у нас тут. Чуток.
бегал тоже. Левый, да. А так все это можно поставить. Победи, если же камера будет. Пошло, да? А если я понажимаю, сейчас нельзя? Нажми. Прокачать здесь можно и подачей, кстати, понял? Ну, получается, я буду надавливать, ты отпускать, сам, а потом тебе закрывать. Тебе сам цилиндр надо прокачать. Так ты ничего не сделаешь, то есть у тебя в цилиндре все равно будет воздух. То есть, возможно, здесь какая-то стоит, ну, как, типа мембранки, может быть. Турбазы оживают. Решил прокатиться на лясике. Ну это... Это вам не Альфа Центавра, блин. По весу слишком легкая. Не знаю, то ли я к Альфе привык, но реально. Я довольно маневренный. Так там сзади машина, поэтому не буду рисковать.